Всем привет, дорогие друзья, с вами Гриша, это интернет-магазин sundownaudio.ru, ну и, конечно же, всеми любимый бренд Kings Audio, kingsaudio.ru. Продукцию Kings Audio можно купить на Wildberries с бесплатной доставкой по всей России и ближайшему зарубежью. Собственно говоря, сегодня именно о Wildberries пойдет речь, ну, в том числе, потому что нам нужно выбрать победителя. А если вы помните, в конце января был, собственно говоря, пост о том, что все, кто покупает до конца месяца продукцию Kings Audio на Wildberries и оставляет отзыв 5 звезд, участвует в розыгрыше усилителя ни много ни мало Kings Audio TSR-100.2. Ну, вот, собственно, сегодня мы и выберем данного победителя. Вот, но прежде чем мы приступим к данному вопросу, я бы хотел немножко вам показать и рассказать о отличиях двух усилителей, которые, скажем так, возможно, некоторые путают. Потому что 100.2 у нас, опять же, я недавно говорил, выпускается уже почти 4 года. Это замечательный усилитель АБ-класса с развитыми фильтрами, с отличным шикарным звуком и ценой 8000 рублей. Значит, но совершенно недавно, в конце 2021 года, у нас также появились, скажем так, более доступные усилители. Это TSR-80.2. То есть, казалось бы, разница всего лишь 20 Вт. Что такое, да, то есть, как бы, стоимость вот этого усилителя 4990, то есть дешевле 5000 рублей. А прямо сейчас, если вы зайдете на, опять же, Wildberries, там он по супер-супер скидке. Торопитесь, пока, собственно говоря, скидки на, по-моему, 14 февраля, День всех влюбленных, он каким-то образом попал вот в эту подборку, и там, в общем, супер скидка, поэтому заказывайте. Вот, но давайте вернемся к различиям между двумя усилителями. TSR-80.2 отличный усилитель, тоже АБ-класс, но он очень-очень простой, да, то есть его задача буквально выдавать заявленную мощность, быть надежным, собственно говоря, и использоваться, скажем так, в системах начального уровня. Фильтра у него сильно проще, терминалы тоже у него очень-очень простые. Корпус у него достаточно стандартизированный, то есть вы могли видеть такие корпуса на многих других усилителях от других брендов. Это, собственно, тоже один из факторов, почему он настолько дешевле, чем 100.2. Вот. Но, естественно, основное отличие, это, конечно же, внутри. Ну, во-первых, ну, я думаю, всем видны разница, да, вот в габаритах, да, потому что здесь гораздо более современная схема техники, тоже АБ-класс, вот, но при этом он более компактный. Значит, ну, уже современные терминалы винтовые, то есть два предохранителя по 25 ампер, здесь один на 40, то есть, собственно говоря, что отражает, собственно говоря, разницу в мощности в том числе. А этот, кстати, весит чуть-чуть больше, чем вот этот. Вот, фильтра до 8 кГц, то есть можно спокойно подрезать любые ВЧ, как бы, ну и, собственно, даже если вы захотите, можно мостом на саб, ну как бы оба усилителя мостятся, то есть можно на легкий сабик и то, и другое использовать. Вот. Но, опять же, от себя скажу, что по звучанию, по качеству, по тональному балансу, по всем значимым параметрам, кроме мощности, вот этот усилитель там гораздо лучше, чем вот это, да, то есть, как бы, собственно, вот, но эта разница в 3000 рублей их цены не отражает, насколько этот усилитель на самом деле играет лучше, чем вот это. Это вот, ну, реально один из лучших усилителей на рынке, просто поверьте мне, если не верите, попробуйте, если вам не понравится, вернете его. Вот. Но, тем не менее, это тоже имеет место быть. Я знаю, что рынок доступных усилителей – это очень тоже широкий спектр такой, и опять же, там, если у вас какая-то легкая компонентка, или легкий SAP, или там нужно какие-нибудь бюджетные SC подключить, те же самые КРЗ-6 или КРЗ-8, вот это отлично справится с задачей, вот, и сэкономит вам денег. Ну, вот, в общем, вот такие моменты я хотел бы, собственно говоря, до вас донести, да, то есть, что у нас два очень похожих усилителя, возможно,
стоило бы, наверное, вот этот как-то по-другому, ну, какое-то другое название, да, сделать, чтобы было заметно, в чем разница, чтобы не думали, что это два одинаковых усилителя, там, которые просто отличаются мощностью. Но это оставим на будущее. Вот, ладно, а теперь переходим к основной задаче этого видео. Это выбираем победителя, кто же все-таки получит ТСР-100.2. Значит, распечатать мне было негде. У меня есть вот список, собственно, всех отзывов с 24 января по 30 января этого года. Их всего 12. Собственно говоря, соответственно, выбирать мы будем нумерологически от 1 до 12, рандомное число. Сейчас я компьютер включу на генераторе рандомных чисел. Собственно говоря, выберем победителя. Вот список. Надеюсь, вам что-то видно. Если ничего не видно, я его прикреплю куда-нибудь. Вот, собственно, ну, давайте выберем. Вот, значит, сейчас. Мой очень сложный пароль. Вот, значит, тут у нас диапазон от 1 до 12 стоит. И генерируем случайное число. И число это 11. Очень-очень удобно. Сейчас мы посмотрим. Это предпоследний предпоследний отзыв в списке. Вот. У нас список начинается, если вы посмотрите, с как бы конца, да, то есть с 30 и вниз идет. Ну, соответственно, выберем вот тот, который снизу. Значит, девушка, которую зовут Ирина, 24.01 оставила отзыв на ТСР как раз 80.2. Вот, 5 звезд, все хорошо упаковано, целый. Вот, в общем, а что еще требуется от усилителя за, собственно говоря, вот эти вот деньги? Вот, хорошо упаковали, пришел целый, работает. Вот, все довольны. Вот, собственно, вот, вот, ну, буквально это вот то, что можно просить за эти деньги, и даже чуть больше, чем. Ну вот, в общем, Ирина, пишите мне в директ, в личку, куда угодно, где вам удобно, я думаю, вы найдете, в общем, меня в Инстаграм или ВКонтакте, или в комментариях на YouTube, в общем, скидывайте подтверждение, что это ваш отзыв, в общем, и пишите, куда вам отправить 100.2. Вот. Ну, а мы, собственно говоря, не будем останавливаться на достигнутом, и буквально уже начиная с сегодняшнего дня, аналогичным образом, сегодня у нас 10-е, до конца месяца, если вы покупаете любую продукцию Kings Audio на Wildberries, также оставляете отзыв 5 звезд, собственно говоря, что вы выиграете? Ну, вы выиграете ни много ни мало Kings Audio TSR 2000.1 2-киловаттный моноблок. Очень жаль, что я его не взял тут с собой, чтобы вам здесь показать, но уверяю вас, отличный моноблок. Кстати, тоже повод будет снять про него отдельное видео, потому что, опять же, многие не догадываются о его реальных возможностях. Тут у нас есть небольшая хитрость. Усилитель гораздо мощнее, чем можно было бы подумать по названию 2000.1. Во-первых, ну, я сразу скажу, что там плата, которая маркируется как 2200 ватт. Вот. А по нашим замерам он легко выдает 2300-2400 в реальную нагрузку 1,5 Ома. То есть, ну, подключение ниже 1, он, кстати, спокойно работает и в 0,5, и в 0,6 Ома без проблем. В общем, в 1,5 Ома 2300-2400 мы с него снимали. Ну, вот, наши американские коллеги снимали с него даже 2700, там подключение чуть было ниже, питание получше. Там просто есть аналог, собственно, такой же, наших же усилителей, с такой же платой, со всей такой же, со всеми комплектующими. Вот, называется Car Audio Bargain или Audio Apex Cup 22. Можете загуглить в интернете и посмотреть, собственно говоря, какие цифры он показывает на замерах там. Вот, в общем, а у нас называется Kings Audio TSR 2000.1, стоит 14 990, можно заказать на том же самом Wildberries, вот, поэтому заказывайте, и вы можете, собственно говоря, еще его и выиграть.
Ну вот, дополнительно у нас есть еще акция, это кэшбэк 10% за те же самые отзывы. Вам просто нужно написать мне в Инстаграм, директ, скинуть ваш отзыв, подтверждение заказа, и вам на карту прилетят денежки. Ну вот, в общем, всем спасибо, что посмотрели. С вами был Гриша, sundownavia.ru, скоро открытие нового магазина. Вот, ну а пока заказывайте продукцию Kings Audio на Wildberries и получайте бесплатную доставку. Участвуйте в нашем броше, оставляйте отзывы, рекомендуйте друзьям, делайте обзоры, за обзоры, кстати, мы тоже что-нибудь вам предоставим. Вот, в общем, пишите с вашими идеями, предложениями, пожеланиями, комментариями к данному видео, либо еще где-нибудь. В общем, всем спасибо, всем пока. С вами был Гриша.